Всем привет, меня зовут Виктор, и это Horizon Zero Dawn, или Horizon Zero Dawn, в общем, что-то с даунами связанное. Так, чё? Понятно, камнегрыза я сегодня хотел завалить. Чёрт его знает, как, конечно, все получится. Так, давай посмотрим, что у меня вообще есть. Ах, ресурсы, модификации. Так, меня больше интересует, что у меня по оружию есть. Так, тут я могу, да, сделать. Хорошо, бомбы. Бомбы могу. Жесть, конечно, с этим. Я просто помню с ним нашу встречу с этим камнегрызом. Когда еще там маленького левла был. Ну, как сказать-то, маленького левла. Вот. Как с маленького левла-то это. 20 я какого-то был. И он мне там напиндюрил, как этот. Напихал полный рот, можно так сказать. Да вообще полный просто напихал. А, то есть ты сразу сдриснул, да, сучара? Опа, пардон. Пардон. Мы не материмся. А, вот. Когда натягиваешь, прицеливаться лучше, да? То есть ты сразу очканул, да? А кто тебе там уже распиндюрил-то? Вот ты тварь-то какая. В принципе, вот так вот. И будем тебя убивать. Крот ты сраный. Сраный ты крот. Будем тебя так и... вот так вот тебя и будем убивать. Иди сюда, очкун херов. Блин, его хоть дамажит там или нет? До звона этого. Ну, как бы дамажит, конечно, но... Элла, ну, что ты такое говоришь? Как это больше нет? Все, сейчас мы все сделаем. Сейчас все будет. Хорошечно прям его шмальнуло, да? Ну, сколько ты там? Баба, блядь. Охеренно, да? То есть это две сразу, что ли, взорвалось? Давай мы вот таких тогда липучек еще сделаем. Они прям хорошечно так дамагают. Прям отлично так дамагают. Ну а что? Ну не... Ну не вплотную же мне к нему подходить. В смысле, не взорвалось, что ли? То есть, когда он... Прилипло. Я слышал... Слушай, он прикинь это. Он когда под землей, она не это. Не взрывается, получается. Уже кончились? Не, ну вот я сейчас слышал, что это был взрыв. Ну, понятно, тогда надо. А какая? Сенсорная. Давай тогда вот этих. О, у меня что, нету хилки ни одной? Беда, печаль. То есть ты поумнел, да, тупица? Ты
Я тебя все равно таким образом умотаю. Что ты думаешь? Я, блядь, тебе спускаться буду, что ли? В рукопашную с тобой драться? Ты, наверное, дебил, если ты так думаешь. Если нет боеприпасов, это оружие ни к чему. Блин. Да сейчас будут боеприпасы, ты не очкуй. Не очкуй, мать. У нас еще есть боеприпасы. Пару тычек ему, да? Сейчас еще пару тычек тогда и пойдем его лутать. Вот и все, да? Вот и все. В смысле, вернитесь, блядь, десятнику. Подожди. Это мы так не договаривались. Это мы сейчас сперва пойдем его облутаем. Я думаю, с него же есть какой-то лут там, да? С него же должно же... Вот, фиолетовая какая-то какашка есть. Давай. Сколько с него всего. Еще он что-то искрится там, ёптать. Все, здесь больше взять нечего. Давай мы... А, ну тут емкость с огнежаром была. То есть, в принципе... Чё там? Горстка камнегрызов? Как ты называешься? Смотри-ка, долго-долго как... Горстка ресурсов. Я уж испугался, думал, сейчас еще полезет какая-нибудь тварина. Все, тут больше ничего нету. Там тела ходят. Ну, да, похоже, тут больше ничего нету. Ну, Элой, молодец. Молодец, Элой. В ближнем бою бы с ним... Ну, я бы не совладал с ним в ближнем бою. Вы, наверное, это понимаете прекрасно, да? Потому что... Ах, потому что... Жесткий он сильно, жесткий он сильно, чтобы с ним в ближнем бою сражаться. Не, если бы я, может быть, ту броню, которая там типа где-то у меня, еще надо два топливных элемента раздобыть была бы, то да. Так, а зачем я буду пешком подниматься? У меня есть... А, слишком близко нахожусь при этом. Ну да, тут хоть как фитнес. Фитнес однозначно. Бежим тогда, Элочка, бежим. Мы сейчас с тобой такого сильного противника завалили, так что давай уж пробежимся. А прежде чем мы пойдем к этому Козлевичу, мы к костру сперва подойдем. Угу. Чудесно. Кто там, блядь? Чудесное. Давай так, продать, продать. Мы сперва ресы. Нет, нет, не ресы. Модификации. Зеленку. Зеленку и синьку мы продаем однозначно, потому что, ну, при таком обилии фиола зеленки, синьки не целесообразно держать. Так, теперь зелки. А, у этого нету здоровья. И у меня все 7000 осколков. Ресурсы тут тоже я не понял. Ну, пусть будут. Пусть будут пока. Подожди, где десятник-то, ёптать? Куда бежать? Я уже от него... Он где-то здесь стоит. Что-то я, блин... Ух, да. Тут какой-то у меня... Топографический кретинизм полностью. А, вот он. Вот. А, то есть вы стояли и смотрели, как я его убивал? Охрененно вы. Молодцы. Я никогда не видел таких машин.
Оу, и таких смелых охотников. Возьми, это из наших запасов, но никто не станет возражать. Ты заслужила. Да пребудет с тобой свет, дитя. Особенно, когда будешь драться с подземными чудищами. С какими еще подземными? Что, кто там лучше видел? Опыт бахнуло, да? 6000. О, чутка не хватило. Так, ладно, давай мы задание смотрим, что у нас есть. Мы же тут побочки, лагеря зачищены. Дела за знакомство. Ну-ка, давай вспомним. Доберитесь, а проблеск там далеко, да, до него? Побочки. 25-й, древний арсенал. Топливные элементы. Так. А ты где-нибудь на карте что-нибудь мне покажешь? Ну, ты мне только показываешь арсенал сам, да? А топливные элементы ты мне не показываешь. То есть еще два топливных элемента надо. Так, награда. Коробка с костюмом, ткач щита, опыт. Ага. Ну, давай тогда гамбит королевы с трехпалым хуадивом. Давай, покажи, где трехпалый хуадив. То есть, по сути-то, тут, в принципе, уже... Практически вся местность изучена там, да, то есть вот тут остались пятачки, но игрушка меня это тянет, эта игрушка, поэтому я не хочу ее прям очень быстро взять и закончить, поэтому я вот так вот как бы там не спеша в таком режиме прохожу, и то я тут не все еще там как бы где-то побывал там, да, залутал. Не хочется сильно и затягивать, и как бы очень сильно торопиться не хочется, поэтому что-то вот средненько пытаюсь... Что-то среднее. Так, вот здесь какая-то деревенька будет, да? А вот здесь вот 34-й. Ну, я 36-й, это 34-й. В принципе, это для меня уже доступно. Только пока что, ладно, мы... Это 27-я, 32-й. Ну, вот 27-й можно запросто зачищать идти, да? Потому что уже разница почти 10 уровней. Хотя уровни это тут как бы... Не совсем уже актуальный. Ладно, давай вот сюда. И вот сюда, да? Трехпалый хуадив. Значит, сюда. Ну, окей. Блин, был бы как... Вот здесь эта настройка, чтобы авто... Он так... Он тебе маршрут черточкой бы вырисовывал. Вот было бы офигенно. Я, короче, как обычно, вообще не в ту сторону опять щеманул. Что-то смотришь, что-то вроде как туда показывает, потом бац, сюда показывает. Ух ты ж. Ёп ты ж. Так. Скоро мне это понадобится. Угу. О, по-моему, смотри, там опять этот камнегрыз, да, вон, смотри. Ё-моё, я вообще не хочу с ним сетовать. Точно, блин, так, изготовление. А я могу вообще вот эти вот штуки себе? Зелье, целебное зелье. Ну, давай большое сделаем. Все, ну... Сколько-то сделал, это уже приятно. Фу, слушай, я с камнегрызом на открытой местности вообще не хочу пересекаться. Потому что... А, по-моему, бесполезно. То есть это его вообще не волнует. То есть у меня... Я понял, что его это не волнует.
мои хотения камнегрыза не волнуют. Но я вот зайчика пока убью. Ну ёб твою ж. Сука ты. Поганая. Охереть. 23-й, да? Сволочь. Давай мы попробуем сейчас его со стрелой. Посмотрим, сколько влетит вообще. Конечно, влетает. Влетает. Блин, а чё он взорвался? Он сам себя, что ли? Пизданул. Или их тут двое, да? Блин. Так, так, так. План действий. Тут я не спущусь, я тут разобьюсь, да? Потом мне надо... Блин, сколько вас прет-то. Не, ну... Камнегрызы, это, конечно, жесть. Это жесть. Так, стой, а если мы вот эту возьмем? А вон там этот лупита. Сейчас они стали проявлять агрессию, да, по отношению ко мне. Так, подожди, а... F. Вот эту штуку на F, да. Кто к тебе? Так, стой. Ну-ка, если мы вот эти... Блин. Давай попробуем вот этих. Так, стой, вот эти вот давай. Посмотрим, что. Промазал, да? А чё вы так далеко-то сразу отбежали? Все, да? Все? Очко жим-жим, как говорится, да? Очко жим-жим. Ну, жим-жимте там тогда дальше. Жим-жимте. Ну, как бы тут несерьезно, да, прям дамага. Дамага нету. Так, я могу только вот спрятаться здесь.
блин, у него эти с огнежаром брюха. Блин, ему брюхо подзорвать, и будет вообще нормально. А, у него сопротивляемость огню, да, уязвимость только. Понятно, сопротивляемость огню. Где вы? Так, одному гейм овер. Второй давай, вылазь. Но. Где ты, очкун? Где ты, очкун, херов? Блин, я думал, стрельнул в него. Думал, стрельнул. А он это раньше. Ага, где-то здесь, да? Где-то здесь. Блин, сволочь. Ох ты, попал, хорошо. Хорошо, хорошо. Не, я ж тебя живым не отпущу отсюда. Вы зря на меня напали. Я шел. Тихо, мирно шел. Просто шел. А вы на меня зачем-то взяли и напали. Ну, раз напали, значит, получаете. Что-то опять-то не стрельнуло, блин. Элой, элой, блин. Блин, ну 8 хп. Это не серьезно. 8 хп снести, это не серьезно.
Блин, у него лапа задняя осталась. В заднюю сложнее попасть, чем в переднюю. Сейчас тебя вот этой штукой попробуем. Да блин, короче, чем ближе сдохнуть, он все дальше и дальше отбегает. Все. Что и требовалось доказать, да? Что и требовалось доказать. Чудесно. А тут этого убили. Лучник. Карха тьмы убили лучника. Ну да, ты-то. Как бы вообще-то, Элой, если я перестану проходить игру, то ты сдашься. Поэтому не надо так говорить. Правильно будет сказать, я не сдамся, пока ты проходишь игру. Какие-то, что ли, я нарыл, да? Но мне вообще больше сейчас костер интересует. Сейчас больше всего меня интересует костер. Так, что это за руины у нас? Я опять не в ту сторону, да, бегу? Ну, я пока лутаюсь, в общем. Типа я сделал себе такую поблажку, типа я лутаюсь. Поэтому я бегу не в ту сторону. А что здесь за побоище такое-то было? Откуда здесь столько тел лежит? А может, они с этим дрались? С камнегрызами? Вот же его это... Засидка, или как она называется? Ну да, камнегрызовская херня. Гостка. Их камнегрызы тут порепали всех. Умертвили. А я умертвил тех, кто умертвил этих. Так, а что, тут уже все лишнее, что ли? Нет, осколки металлические не бывают лишними. Возьми дорогу. Конечно, конечно, у нас вообще нету, считай, запасов. Здоровье. А вон еще гостка камнегрыза. Отлично. Давай, давай, давай. А, наверное, по количеству камнегрызов, наверное, и количество госток, да? Это мне поможет. Конечно, поможет, ептать. Так, теперь давай мы. О, енот бежит. Или лиса. Подожди, она еще кого-то там тащила, что ли, нет? Мне показалось, что она кого-то тащила. Так, мне надо вон туда.
А, ну понятно, все. Все, тут надо залазить. Оп. Угу. Вот он, этот трехпалый фурункул. Так, сохраняемся. Сохраняемся, потом с этим трехпалым худив. Так, три пальца у тебя должно быть. Раз, два, три, четыре, пять. А почему трехпалый? Это ты трехпалый худив? Я от Ванаши. Что случилось? Надули меня вот что. Ванаша похлопала ресницами, повиляла задом и посулила сокровище. Расчистите дорогу, сказала. Проберетесь мимо стражи и продырявите пару туш. Плевое дельце. Она там под землей поджидала это клятое чудовище. Вечно меня смазливые бабенки за нос смотрят. Скоро здесь будет Ванаша с Нассади и Итаном. Мне нужно скорее уничтожить эту тварь на перевале. А ты умом не блещешь. Но она нас быстро разметала, но кое-что я разглядел. Она вся бронированная, но сзади брони поменьше. Когда уходит под землю, надо замереть, может сработать. Можно даже помешать ей зарыться, если как следует вдарить ей по ее кривым лапищам. Больше мне нечего сказать. На твоих похоронах буду иметь скорбный вид. До третьей чарки. Я ж их убил уже. А, то есть не убил еще? Это я не тех, что ли, убил? Что за фигня? А, это... Придется что-то выбросить. Это мне. Что за машина на перевале? Я не... Только я двоих там завалил. А вот это что ли? А, ты что ли? Ну иди сюда. А, стой, подожди, мы... У меня же есть коробки. Я вечно про них забываю. Только в них Путнева ничего не оказалось. Блин, падла, ты... Так, окей, тогда мы с тобой будем вот этим общаться. Позиции бомба. Да, я понимаю, что ты очкун. Тело. Но он почему-то в меня не это не кидается ничем. Это странно даже. У меня есть другие боеприпасы.
нормально, нормально. О, огонек под землей носится. Сейчас убьем. Недолет. Он тоже знает, где прятаться. Где ты тут, сыкло трехпалое? Клянусь солнцем, уже не верится. Сядь. Я думал, этот камнеед сотрет тебя в пыль. Камнегрыз. После такого чуда остается ждать. Скоро прибудет Ванаша и лодка для того, чтобы переправиться на тот берег. А что там делать на том берегу? Что там за тот берег моря? Кто это? А, это этот. Юная охотница. Я рада, что ты согласилась мне помочь. А где же твои люди? У тебя вид, будто тебя пожевали и выплюнули. Ну, в общем, именно так оно и будет. Путь свободен. Идем? А ты всегда сразу переходишь к делу, ну, умница. Надо спешить, будет погоня. Не бойтесь, ваша лучезарность. У вас прекрасная охрана. Блин, я думал, ко мне едет. Даже не дали залутать этого камнегрыза херово. Слушай, когда я к этому Ванашу подошел первый раз, трехпалому Ахуадиву, то он это прям бодрячком был. Так, а у меня я же... не задержу. Спасибо тебе, конечно, но раз я это начала, я и закончу. Хотя от помощи не откажусь. Хуадив, веди Итамина и госпожу на берег. Бережно. Сейчас начнется. Должна признать, после двух лет под пятой этих фанатиков, я буду рада пролить чью-то кровь. А я бы вот предпочел не рамсить. Тем более, что у меня стрел нету для рамса. Ловушки бы не помешали. Какие ловушки? Приготовим для них пару сюрпризов. Ну готов, ёпты, чё ты со мной-то разговариваешь? У тебя точно нет в запасе ловушек? Да точно нет. Я хуй. А это что такое? Это зелье. Да нет у меня ловушек. Укройся наверху, вон за тем камнем. Вот они. Что ж, давай их накажем. Без боеприпасов от этого оружия толку нет. Занимательно получилось, но это еще не все.
И еще пожаловали. Приготовься. Да, я спрячусь. Оу, там с машинами, да? Там с машинками идут. Я даже слегка запыхалась. Ты-то чего, ёпта, тебя дерусь, а ты запыхалась. Это все или еще что-то? А, то есть это все? Ну ладно. Никогда не знаешь, когда пригодится. Ну да. Никогда, это точно. Ванаша, давай побазарим. Боюсь сглазить, но вроде это все. Что-то вы припозднились. Простите, лодка ждет. Вот я и сглазила. Этот мой. Идите к лодке. Это, боюсь, мне уже не по зубам. Если с ней что-то случится, я очень рассержусь. Никуда мы не пойдем. Ну, мужики. Я хер его знает, что это такое. У меня нету, по-моему, ни гранат. Это этих четыре. Так, ты что такое? Охереть. Блять, вы уже сдохли, да? Блин, нихера себе, подожди, стой, как мне с тобой сражаться? А, мужики живые, да, или нет? А, нет. Пиздец. Стой, подожди. Всё. Но я даже не понимаю, как с ним сражаться. Короче, походу на кого-то наверх залазить. Да? Куда-то надо залазить наверх, наверное, скорее всего. Убейте сектантов и машину. Отлично, конечно. Спасибо за подсказку, то есть за это, за предложение там, да? Ух, мужики, ну мужики, нам придется убивать этих сектантов и машину, да? Так, ну мне бы хотя бы сперва бы сектантов заводить. Это всегда пригодится. Ой, слойпер. Стой, подожди, а почему ты это опять активно? Уязвимость огонь, да? Ну просто. Ну это вообще как бы хер вообще не стучит ему. Понимаешь?
Да уж. Ну а что делать-то надо? Надо. Да. Честно, я вообще не представляю, как ее нахер ебашить. Просто не представляю. Ну, то есть, если сперва радар даст снести. Ловушку ебануть, да? Типа он это, может, попадет в нее. Делаю запасы.
Ёб твою мать, а на него ловушка что ли не сработала? Прикольно, бля. Ловушка-то не сработала даже. Чудесно, прям просто чудесно, блядь. Блин, туда нельзя идти, там эти будут. Камнегрызы или кто там будут? Подожди, может мы вот сюда сейчас? Стой. Может мы вот сюда сейчас тогда? Может мы отсюда сможем как-то что-то сделать? Были бы еще бомбы у меня. Thank you.
Ну, ладно, я тактику нашел. Я нашел тактику галактику. Как против этих мудаков сражаться. Этого или этих. Это го. В общем, сейчас мы по ней будем действовать. Только без бравады, без всякой, без вот этой вот там, да? Сейчас переждем, когда эта херня проползет. Попутнему бы тут еще надо было бы мне облутаться, да? До Талова. Мужиков сохранить. Они тут вообще против него слабоваты. То есть сейчас не будем пока спешить, потому что мы сейчас вот этих вот облутаем. Так, а где там? Блин, я забыл, где этот подъем был. Блин, все-таки мне походу придется этими пожертвовать вояками. Чтоб они его задержали, отвлекли. Что я это нашла?
Блин, тут тупик. А ты сюда подняться можешь, да? Блять, а мне тут в тупике нахожусь. Сука, он может сюда зайти, что ли? Или не может? А он сюда подняться не может. Последний выстрел. Понятно, он сюда не может подняться. Вот оно что. Он, видите, он не может сюда идти. Да блин. Там прекращай свои проказы. Блин. Thank you.
Ну, блин, это слабенько, слабенько. На фулку хп. Не, ну один хп отнять это вообще не алё. Что такое желтое? Это там лежит это. Убер пушка тяжелая или что, блять, или Так, я свою нычку потерял. Где нычка-то моя была? Ёб твою мать! Сходил, называется, за дискометом. Ох! Поняли? Сходил за дискометом, блядь, нычку потерял. Где-то вот здесь, да, по-моему, у меня нычка была. Ну, может быть, не здесь, но... Здесь он меня тоже, скорее всего, не достанет, да? Дискомет. Так, мне надо будет сделать следующее. Взять его, куда-нибудь сюда загаситься. Ну что ты тут шарахаешься, мудила? Из Нижнего Тагила, блин. У меня 7 дисков есть.
Найс, 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 найс. Что ты теперь от меня убегаешь, да? Теперь ты от меня убегаешь. Так, а мне надо теперь... Теперь бы мне не помешало забраться. Мне это нужно. Я нашел свою нычку. Нормально, я ему 3 клюки зарядил. Да сколько ж ты, когда ты отвалишься? Ёбаный в рот. Блин, ух, ух. Я уже и забыл, какая у меня здесь сложность стоит, конечно. Может, тут и сложность стоит у меня максимальная, я просто не помню. Надо будет потом глянуть.
Вот я насчет вот этого косяка, вот такого вот. Что он просто меня одним этим, блядь, положит. И все. Не очкуй, у нас есть еще чем стрелять. Есть. Фу, ёб твою ж дивизию. Дискомет этот. О, так у тебя был. Блин, тут два дискомета было. Ну все, давай, гуляй. Отлично. Так, сейчас мы тогда лутаемся. Лутаемся по полной. Че, я столько потел тут и это. Не залутаюсь, что ли? Ага. Охереть я его. Сколько его? Минут 30, наверное, я его умотал. Все, это-то, наверное, точно уже. Я найду тебе применение. Понятно. Придется находить. Так, давай мы сперва этого лутанем. О, тут лисичка как раз. Лисичка, сестричка, привет. Залутались-то с него ништякова. Так, вы, мужики, выжили? Или ты только один выжил? Ты один, а вон второй, да? То есть и вы выжили, хорошо. Никого не потеряли. Песок царапается. Угу. Неприятно. На прогулочную лодку не тянет. Что ж, выбирать не приходится. Давайте, залезаем. Вы привередливые, конечно, я вам скажу. То не так, и то не этак. Вообще вы поохренели, что ли? Катамаран какой-то.
А чё, мы не могли это на ней уплыть? Да? Без сражения. Сейчас он оттуда как еще пообстреляют нас. Это большое дело. Может, война теперь завершится? Может, но моя война не закончена. Мне еще 2 топливных элемента найти надо. Подожди, это что, игра что ли закончилась? В смысле? Я думал, как-то игра пожестче, по-другому должна закончиться. Теперь ты дома. Тебе нечего бояться. Теперь ты под защитой дома солнца. Моей защитой. И твоя мать. Ее не тронут. Ведь мое слово – закон солнца. Элой, ты делаешь для дома солнца так много. Дай 2 топливных элемента. Твоя помощь поистине бесценна. Мы будем вечно благодарны. Благодарю тебя. Пребывай в свете. Отличная благодарность. Вот так вот? Я 2 года готовила их побег на запретном западе, а вся слава рыжий. Мне-то хоть заплатят. С тобой я поговорю еще. Без тебя я бы не справилась. В другой раз я отблагодарю тебя. Обещаю. Нормально, да. Отлично. Куда мы? А, мы вот сюда вернулись. Окей, так, это что такое? Предел мастера. И что там в этом пределе мастера? Бери, что нужно, а не нужно. Угу. Бывали мы здесь, плавали. Так, окей. Я предлагаю на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч.